Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Бля, да, лежит пиздец. Бля, тормозит вообще ужасно. Почему? Просто, не знаю. Потому что Подмосковье. Не, у меня такого нет. Да, зачем? Вон Митя нормальный. Да, Митя. Дима тоже нормальный. Ну Митя вообще хуй, там только газ, блядь, там нажимает и все. Отпускать, нажимать, отпускать, нажимать. Нет! Уедь-то туда, потренируйся, блядь. Она вообще пиздец, когда я газ нажимаю, уже уходит. Я задний включил. Полный не хочу, не интересно. Бля, на заднем ее уносит, получается. Бля, на полном не прикольно уже. Да включи полный. Бля, кто-нибудь напишите, ничего не вижу, лагает же, да? Сейчас поедем на этот, на хоккей, Гарри. Там это молодежка. Не, надо подальше вот эти. Да что это? Оля пишет, вот вам заняться нечем. Вообще, не, мы сейчас на хоккей поедем. Сейчас поедем на хоккей в 6 часов. Тихо, тихо, сейчас. Походу авария в прямом эфире сейчас. Алишер. Алишер кого-нибудь собьет. Мало. Слушай, говорит, иди потренируйся там, потом приедешь. Кто там? Кто там? Ты чё там? Да, лагает что-то все нахуй. А, ты в этой чанье? Да. Хуёво здесь ловит, блядь. Кубик. Бля, ладно, все. Чем-то аж воняет, блядь.